Новые видеоигры предлагают или идти в одиночку, или выбирать партнеров. По сравнению с видеоиграми, криптовалютная индустрия может показаться достаточно скромной, как с точки зрения оборотов, так и охвата аудитории. Например, Bitcoin Enigma – новая игра, которая состоит из 24 головоломок и одного биткоина в качестве приза. Игра Monte Crypto имеет некоторое сходство с игрой, разработанной тем же художником, автором легенды о Сатоши Накамото. Играя в Gem Rose Collective, также можно зарабатывать биткоины. Neon District – это игра, в которой зарабатывают эфириум при помощи кошельков браузера MetaMask. Появление биткоин-игр вызывает живой интерес у пользователей. Выиграть биткоин за день здесь трудно, зато есть возможность заработать хорошую сумму.